Уважаемые друзья, сегодня важная тема, посвящена она поправкам в нашу Конституцию. Многие из вас пишут, спрашивают, я понимаю, что люди не вникали. Ну да, их поправок очень много, понять суть не так просто. Поэтому моя задача – объяснить основную суть и ответить на главные вопросы. Нужны ли эти поправки и на самом ли деле они позволят нам изменить нашу политическую систему и стать основой для развития. Но для начала я вам расскажу об интересных фактах, связанных с Конституцией 93-го и нашей 95-го годов, по которой мы живем. И поскольку нам говорят, что эти поправки предстоящие, они очень важны, поскольку предполагают передачу части полномочий от президента к парламенту, я сделаю акцент именно на президентстве и президентских полномочиях в нашем сравнительном анализе двух конституций. Итак, поехали. По Конституции 93 года, в статье 75, президент Республики Казахстан является главой государства и возглавляет единую систему исполнительной власти республики. Заметьте, это такая американская модель, когда глава государства ответственен за правительство и за эффективность его работы. По Конституции 95 года президент Республики Казахстан является главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан внутри страны и международных отношениях. То есть вы видите разницу, да? Если по Конституции 93 года было четко понятно, что президент отвечает за правительство и исполнительную ветвь власти, за их эффективность, то сейчас это просто высшее должностное лицо, которое над всеми и которое по факту ни за что не отвечает, да, размывается вот эта ответственность. Ведь в Америке, если вы заметили, нет такого понятия, как глава кабинета министров, премьер, то есть всегда ответственен глава государства, президент. Именно поэтому все эти годы, вы помните, что когда у нас кризис, что-то происходит, Назарбаев собирал правительство, журил их там, пальцем показывал, а в итоге перекладывал на них ответственность, и всегда казалось, что президент такой у нас молодец, правительство плохое, хотя на самом деле это неправильно. Именно президент всегда несет и должен нести ответственность за ситуацию в экономике, в стране и, соответственно, за эффективность госаппарата. Но я хочу обратить ваше внимание, что в Конституции 93 года, а именно в статье 114, президентом может быть избран гражданин Республики Казахстан не моложе 35 и не старше 65 лет. Заметьте, по нашей Конституции уже нет верхнего возрастного предела. И тут такой интересный нюанс, куда делся этот верхний возрастной предел в 65 лет. Ведь в 95 году Назарбаеву было сколько? 55 лет. Казалось бы, у него есть еще 10 лет. И я думаю, каждый из вас помнит вот следующее видео. Там все сказано предельно ясно. Мои полномочия до декабря 2000 года. Никакой монархии никогда в Казахстане не будут. Никакие мои дочери моими советниками никогда не будут. И никакой наследственности в Казахстане не будет. Будет все, как написано в Конституции. И теперь спрашивается, зачем он удалил этот возрастной ценз? Ведь он не собирался после 2000 года быть президентом. И кроме этого, появились дополнительные требования к кандидатам в президенты. В особенности, такие как каждый кандидат в президенты должен иметь стаж государственной службы не менее 5 лет. Да? И такой нормы вообще нет ни в одной стране, только у нас. Что касается полномочий президента, по Конституции 93 года, а именно статье 78, президент Казахстана с согласия Верховного Совета назначает на должность ПМ, заместителей, а также министров иностранных дел, обороны, финансов, внутренних дел, председателя КНБ и глав дипломатических миссий. То есть он не мог самостоятельно их назначить, он мог только с согласия Верховного Совета. А Верховный Совет на тот момент очень сильный, парламент, однопалатный парламент, мог ему этого согласия и не дать. А что по ныне действующей Конституции 95 года? Полномочия президента здесь намного расширились. Теперь он может самостоятельно назначать на должности министров иностранных дел, обороны, внутренних дел,
освобождать от должностей членов правительства, принимать присягу и так далее. То есть по предыдущей конституции он мог это делать только с согласия парламента, а теперь самостоятельно. Итак, отвечаю на самые главные вопросы. Нужны ли эти поправки, за которые мы будем с вами голосовать вот 5 июня уже в это воскресенье? Я отвечу «да, нужны». Тогда возникает следующий вопрос. На самом ли деле они смогут стать основой для развития нашего государства? Мой ответ – нет. Это второстепенные поправки, которые не окажут существенного влияния на нашу политическую систему. И чтобы не быть голословным, я сейчас попытаюсь обосновать, почему эти поправки несущественны и не окажут должного влияния на политическую систему. Самое главное – это, конечно же, полномочия президента. Давайте посмотрим, как сейчас в Конституции и как она поменялась. Президентом могут быть отменены или приостановлены акты акимов. Это вот сейчас. А теперь это право президента об отмене и приостановлении актов акима исключено. Слушайте, ну это же не настолько важно. Ну, никогда президент и не приостанавливал их акты. Достаточно ему просто позвонить в правительство и сказать, ну-ка вот этого акима выкиньте отсюда и все. Вместе с этим актом. Второй пункт. Президент освобождает от должности акимов районов, городов областного значения, города, села, поселка, сельского округа. Теперь это право исключено. То есть президент не может просто взять и освободить от должности акимов районов, городов, там, села. Слушайте, когда президент освобождал какого-то акима сельского округа или района? Да не было такого. По ныне действующей конституции президент единолично назначает председателя и других лиц Высшего судебного совета, а теперь он может назначить только с согласия Сената. Слушайте, ну это тоже не настолько же важно. Что так назначалось, что с согласия Сената тоже звоночек и все. И Сенат проголосует так, как нужно. Следующий пункт. Акимы областей, городов республиканского значения, столицы назначаются на должность президентом с согласия маслихатов, соответственно, областей, городов и так далее. Теперь по новым поправкам все то же самое, только президент вносит две кандидатуры на утверждение маслихата. Но опять-таки это не меняет сути, здесь же нет выборов. То есть президент отправляет двоих. Раньше отправлял только Иванова, сейчас Иванова и Петрова. Ну, в любом случае будет один из них, кто устраивает вообще главу государства. И он может также сказать, вот, давайте я вот двоих отправляю, но нужно, чтобы остался вот этот именно. То есть, по сути, ничего не меняется. Это что касается основных, главных моментов, да, касательно президентских полномочий. А все остальные там 50 поправок, ну, знаете, они тоже такие несущественные. Вот поэтому останавливаться на них я даже не буду. И, соответственно, стоило ли нам тратить 16 миллиардов тенге на организацию этих выборов, заставлять всех людей идти на голосование, если эти поправки на самом деле являются такими несущественными, я бы сказал. И тут возникает вопрос, а что надо было сделать нашей власти? Во-первых, не спешить. В этих делах нельзя спешить. Надо было посоветоваться с обществом. А то они же там кулуарно создали рабочую группу, сами что-то там понаписали, пообсуждали сами. И вот выдали нам готовое решение, вот возьмите, голосуйте, либо да, либо нет. Так же нельзя. Надо было каждую поправку, их более 50, пообсуждать с обществом, понять, вы бы нашли больше точек соприкосновения. Мы бы помогли вам отточить какие-то моменты. Мы бы от имени экспертов дали свое видение. Я бы предложил, допустим, ввести такую поправку, как выборность акимов и городов областного значения, республиканского значения, Алматы, Астана, Шымкент, вот, чтобы мы выбирали своих акимов. Это наше право должно быть по Конституции. Я вижу, что и на этот раз опять сработали пиарщики, которым нужно было поскорее доложиться, что вот мы вот сейчас меняем страну, вот мы сейчас несем изменения в Конституцию, да. Вот лишь бы доложиться, а на самом деле сути мало.